Действие не наше, а вы сказали, когда отвечали Моте, решение тоже не наше, потому что это Тиферет. Как построить рожь, как построить намерение? В Малхут у тебя есть 10 сферот из действий твоих, и познаю тебя, когда ты учишься у Высшего, из действий Его, и хочешь уподобиться действиям, из этого выстраивается твой рожь, а так у тебя нет рожь. Вопрос непростой. Если мы все из вот этого серого материала, и у меня нет ничего, что я мог бы принять решение сам, и я всегда нахожусь в этих решениях Высшего и в действиях Высшего, как я могу достичь когда-нибудь, что я могу сам что-то спланировать, что-то сделать? Ведь без рожь, каждое действие без рожь, оно не может быть названо моим именем. Действие называется по имени того, кто спланировал его, кто запустил его. Этот мост построил Наари. Почему? Там работали 1000 человек, и сколько там денег дали, а Наари ходил, посвистывал и говорил, что делать всем. Это называется, что он построил? Да, это называется, что он построил, потому что рожь его. Вопрос о нижнем. Откуда у него возьмется рожь? Ведь иначе у него не будет никакого действия. Что ты смеешься над ним? Что у него нет рожь? Откуда? Поэтому написано, послушай. Это очень такой особый трюк. Из действий твоих познаю тебя. Относительно чего это может быть? Малхут относительно бины. Малхут, когда поднимается в бину и отменяется перед биной и учится у бины ее действиям, она учится у бины действиям, как планировать их. Откуда в Малхут есть возможность что-то планировать? Потому что она получает от бины ее свойства. Если бы она не получала от бины ее свойства, то она бы только исполняла как неживой растительный и животный уровень инстинктивно, или то, что получает от окружения, что это все уже запущено, но это не сила действия. Нам нужна новая сила, а не то, чтобы это было только в согласии, а чтобы упреждало Высшего в его действиях. Это как конь и всадник, и конь на самом деле, он движется перед всадником, иначе это не называется его действием. Ты можешь сказать, это кажется коню, это не важно, но в данной ситуации, вот когда он действует, это так происходит. А потом раскрывается, что это не он. А, так сейчас я сделаю, что это будет моим. И снова. И так это до конца исправления. И только в конце исправления, в Гмар Тикуне, они сливаются, и время полностью исчезает.